мне надоело вырубать это изо дня в день с утра пораньше. Если пойдет такими темпами, то скоро остагентамы тоже будут на корейском. Я лучше пересмотрю 5 раз One Piece, чем буду иметь дело с этой фигней. На клубничном молоке клянусь, что если услышу у кого-нибудь эту музыку еще раз, я снесу этому человеку бошку. А мне нормально. А ты-то сюда зачем пришел? Мне кажется, темные времена наступают, друг мой. Кихитай возвращается, чтобы подчинить себе землю и вернуть ее в хаос. Такасуги готовит коварный план, от которого никому не сдобровать. Друзья мои, братья, пора объединить силы и скинуть с себя оковы гнета Аманта. Выносите его. Я еще верну. Если подобные осты начнут вытеснять нормальные, тогда я не знаю, что станет с нашим миром. Где же ты, старый добрый японский рок? Сейчас точно кто-то огребет. Киев-сан! Она же девушка! Девушек бить нельзя! Тебе крупно повезло, что я порядочный. Со мной ты можешь быть непорядочным и дерзким. Возьми меня прямо здесь! Ставить музыку. Днем вообще ничем заниматься не хочется. Не будь это смысл. Мне не специально. Я просто пришел забрать свои вещи. Все-таки отпустишь мою ногу? Быстро пошла отсюда. Значит, Зуро был прав, и ты на самом деле вернулся захватить Эду. Что ты придумал на этот раз? Послать на землю котят убить? Ты узко мыслишь, мой засахаренный друг. Я захвачу Эда с помощью музыки. Я поклялся, что убью любого, от кого услышу подобное. Я рад, что им оказался именно ты. Готовься к смерти. Думаешь, от меня так просто избавиться? Мы всегда прикрывали друг другу спины. И не думай, что ты справишься сам, идиот.
будет обращаться со мной как с игрушкой. Я могу делать со своей сестрой все, что угодно. Пока жив хотя бы один из нас, будут живы все. Если умрет хотя бы один, нас всех не станет. И каким ты не был, пока у тебя есть надежда, ты всегда можешь встать и жить дальше.